Однажды ноябрь попросил Август поменяться с ним местами. Август удивился. Зачем? Это странно, да и неправильно. Но мне очень нужно. Да что случилось? Ноябрь потупился и тихо сказал. Мне очень хочется увидеть бабочек. Я так всегда мечтала об этом. Жалился над ним Август, решив, что ничего страшного за пару недель не случится. Ну, хорошо, но только на 2 недели, не больше. Спасибо тебе, братец, век помнить буду. И довольный ноябрь тут же умчался, оставляя за собой шлейф брызг. А как тебе, мой друг, известно, ноябрь – осенний месяц, и он довольно прохладный. Поэтому на улице сразу похолодало. Зарядили дожди, солнышко стало редким гостем на небе, оно все чаще укутывалось в тучки. Листья на деревьях пожелтели и осыпались. Непогода уничтожила все цветы. Какие уж тут бабочки! Разочарованный ноябрь плакал дождями еще сильнее. А люди сетовали, мол, такой дождливый нынче август, холодный, не по сезону. А ведь самое время убирать урожай. Вернувшийся август уже ничего не смог исправить. Поэтому все в природе должно идти своим чередом, дружок. Ну, время позднее, пора спать. Сладких снов тебе, малыш!